Спасибо, мальчишки, спасибо, родные. Я была здесь, в этом зале, 8 лет назад. Вы представляете, 8 лет. Как я помудрела за эти годы, за эти 8 лет. И вот сегодня представляю культурный центр Вооруженных сил Российской Федерации. Я еще раз и еще раз горжусь тем, что много лет отдала и отдаю нашим вооруженным силам. И мое сердце принадлежит вам, родные, вам. Спасибо, спасибо. Я вообще пою и эстраду, и джаз, и романсы, и, ну, много всего. И прошла много. Я говорю, что раньше я была просто Зина, когда молодая была. Потом прошли годы, я стала тетей Зиной. Да, когда вот в Чечне там кричали: тетя Зина, тетя Зина. А потом приходит время, а сегодня я уже мама Зина. Ну, я горжусь тем, что я мама. Потому что я знаю, что вы, родные, это те дети, на которых можно опереться, которыми можно гордиться. И вот я думала, а что бы спеть? И решила, что я спою песню, которая прошла всю войну. А как вы думаете, какие песни пели? Ну-ка. Так, кто сказал «Катюша»? Так, будешь петь со мной? Ну что? Идет? Спасибо. Кто сказал? Кто сказал? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так, вот видите, у меня есть диски. Вот кто лучше всех будет петь и помогать мне, заработает вот этот замечательный диск. Так, можно я положу здесь? Так, раз. Ой, привет, иди сюда ко мне. Ты что ему сказал? Армия всегда с тобой. Да что ты? Духаес, Хайренас Канумес, Лариф, а? Есть Хайренас Канумес, байц Хосубы, Кесукес, Кахцев Хосуб. Ой! Наши артисты культурного центра в грязь не падают, правда? Сказали, получите, как положено. Ду шакла хая, как он мне, да? Хая, армянин. Так, как вас зовут? Арно. Кстати, 23 числа я принимаю участие в концерте памяти Арно Бабаджаняна. А какие вы песни знаете его, ну-ка? Вот, я ее буду петь. Правильно, правильно, правильно. Да. Значит, твое желание сегодня будет исполнено. Правда? Желание исполнимое. А какое у вас желание есть? Получить диск. Диск получить. Слушай. Так а вокруг, давайте похлопаем, чтобы две звездочки-то было. Будет, дорогой, будет, будет. Такой молодец, что будет, и две звездочки, и три, и пойдешь вперед, как положено. Скажи, пожалуйста, ну-ка эту песню чуть-чуть мне напой. Расцветали яблони и груши. Что это ты не знаешь? Ты только знаешь. Ол сирун, сирун, инчему ты ца, сердис гахмике, инчу и маца. Да? Миан мэр сирун. Yes, 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 отлично. А песня, а пойман говорит. А песня «Катюшу», так как ты еще у нас? А давай выберем кого-нибудь еще. Конкурс же все-таки. Пойдем посмотрим. Кто?
устроил, боится. Пошли выберем вместе, вместе выберем. Все-все годы, где бы я ни была, в каких горячих точках и вообще. Ой, вы такой хорошенький. Слушайте, мне больше всего нравится, можно я это скажу такую немножко глупость? Можно? Можно? Разрешайте? Мне все можно, правильно. Слушайте, я так хочу отбелить зубы, а у него они белые, не знаю как. Так что улыбайтесь больше, я буду любоваться на них. Зовут? Адилсон. Адилсон. Правильно? Вы мне периодически, пока я не выучу, напоминайте. Адилсон. Адилсон, вы слышали песню «Катюша»? Уже слышали. Да? Пока вы его сирун-сирун слышали. Да, «Катюша», ну-ка чуть-чуть напоете. Рассветай, яблони и грусть. Еще один. Дайте ему микрофон. Эдик, дайте ему. Мы будем с ним петь вместе. Дайте, Анечка, Анечка, дайте микрофон. Аня, Анечка, ведущая наша, где? Срочно микрофон дайте. Даже два. Быстренько, быстренько. Кто там? А ну сбегай. Сбегай, пожалуйста. Скажи, вы что, спите там? Молодец, правда? Вообще, бегает такая. Ты сможешь так бегать? Два микрофона. Бери, бери, бери. Слушай, туда заходи, туда, говорит. Там девчонок много. Заходи, заходи. Да ты что, ни от кого нет? А ну туда, туда, пройди дальше. Дальше, 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 пошел, пошел. Вы понимаете, чего? Они так спрятались, они теперь боятся, девчонки. Ну что, нашли? Нашли? Нет, не нашли. Пока они будут, давайте мы попробуем все вместе, ладно? Репетнем. Три, четыре. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Еще раз. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Теперь можно все. Если кто-то хочет, идите сюда. Кстати, скоро у нас телевизионный, вот отсюда мы уезжаем, телевизионный конкурс «Катюша», который проводит тоже культурный центр вооруженных сил Российской Федерации, город Москва. Поете. А вы все тоже со мной поете, вы тоже. И смотрите, кто лучше из них, тот получит альбом. Бенедикт. Бенедикт. Чего сказал? Хлопайте лучше, правда? Так, ну что? Я чувствую, что мне тут делать нечего будет. Ой, какой вы классный, идите сюда. Вас зовут? Давид Бенедикт. Давид Бенедикт. Республика? Ангола. Я так и подумала. Наша республика. Кстати, Павел Григорьевич служил в Анголе. Вот, видите как? Вот, вы можете друг другу потом руку пожать, хорошо? Так, вы знаете Катюшу? Как начало? Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Yeah.
еще раз Зинаида Сазонова! Молодцы, молодцы. Ребят, какие же вы молодцы, дружные, такие организованные. И самое главное, знаете наши песни. Да это же здорово, здорово. Я хочу, пригласите, пожалуйста, всех ваших, вот чтобы мы сделали такую красивую картинку, и чтобы наш руководитель увидел, и чтобы на сайте было. Давайте сюда, и вот здесь вот все выстраивайтесь, иди сюда, солнце. Вот сюда. Вот сюда, все, зовите своих всех. Можно. Сюда. Кто еще хочет, пожалуйста, ребят? Нара. Армения. Аристе, не только Армения. Мальчишки. Ну-ка. Конечно. Давайте заполним здесь. Здесь должна... Заполнена прям вот в 4 ряда. Ребята, ну давайте, идите сюда. Ну давай. Солнышки мои, давайте, мальчики мои, родные. Вот это праздник, Так, еще. Ребят, еще, давайте. Давайте. Ой, молодцы, мальчишки. Отлично. А где девушки у нас? Девчонки, сюда. Для снимка, для видео. Быстро. Еще упрашиваем их. Идите сюда. В истории потом вас не будет. Видите? Хлопаем девочкам, пока они идут. Красавицы. Красавицы. Девчонки, вперед. Вперед сюда, ко мне. Девочки, ко мне. На сцену пускай ставят. А, на сцену. Точно, Павел Григорьевич, молодец. Значит, вы сейчас можете что? Обнимитесь. Так, снимаем. 3, 4, сейчас фотографию. Еще раз. А теперь я буду пить. А вы можете руки поднимать, обняться, раскачиваться. Вот в дружеской должна быть вот такая обстановка. А вы, ребята, тоже можете хлопать, встать. Все как сердце принадлежит. Итак, песня, которая была, прошла и звучит. И в ней слова о нашей великой победе. Маршал Жуков. Приснился сегодня под утро маршал Жуков на белом коне. Поглядел он спокойно и мудро на разлад и раздоры в стране. Заглянул в наши хмурые лица от нерадостных дум и забот и сказал: земляки, не годится отдавать нам заветных высот. Да будет жизнь, да будет свет, стоять России сотни лет. И будут жить, пока мы есть, победа Жуков, долг и честь. Мне приснился сегодня так ясно маршал Жуков в парадной красе. Кто сказал, что мы жили напрасно, что надежды исчерпаны все? Рано головы вы потеряли, я вам прямо сказать не боюсь, что пора нам спасать наши дали, наших внуков и матушку Русь. Да будет жизнь, да будет свет, стоять России сотни лет. И будут жить, пока мы
долг и честь. Обещали нам предки нашу русскую славу хранить. Да будет жизнь, да будет свет, стоять России сотни лет. И будут жить, пока мы есть, победа жуков, долг и честь. И будут жить, пока мы есть, победа жуков, долг и честь. Зинаида Сазонова! Ну-ну, веселее, веселее! Ну что ж, а в нашем сегодняшнем концерте принимали участие солисты Культурного центра Вооруженных сил Российской Федерации города Москвы. Мария Гаврилюк. Яна Батыр. Эдуард Доронин. Иван Орлов. Татьяна Ожиганова. Ксения Белова. Виктория Иванова. Олеся Чувашкина. Артем Ли. Наша заслуженная артистка России Зинаида Сазонова. Наш звукорежиссер Александр Кёклин. Вела сегодняшний концерт, потрясающе.